Полтора на ноль. Других нет, да, только отличные части подвижные. Да нет, ну слушайте, выпуск 13. Спасибо. Добрый день, уважаемые члены комиссии и коллеги. Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему экспериментальной исследования конденсации внутренней поверхности труб методом градиентной геометрии. Целью работы было применить градиентную геометрию для исследования конденсации пара внутри труб при различном направлении движения пара, а также присутствие неконденсируемых газов. Работа посвящена исследованию конденсации и подачи пара снизу и сверху в энергетике и проектировке скважин и трубопроводов геотеста. Также справа на слайде представлена схема первого контура АЭС и аварийный режим работы. Это нагрев активной зоны, обратная конденсация, формирование водяной пробки, увеличение высоты водяной пробки, переброс воды холодного парогенератора и снова формирование водяной пробки. Расчет теплообмена при конденсации основан на модели, которую предложил в 1916 году Гюнгелем Нуссель. Формула для расчета местного коэффициента теплоотдачи представлена на слайде. По мере движения толщина пленки конденсата увеличивается, и при числах Рейнольдса больше 10 течение становится ламинарным волновым. А далее при числах Рейнольдса больше 400 течение турбулизируется. В наших работах числа Рейнольдса не превысили 200. Поэтому турбулентный режим течения мы не рассматриваем. При ламинарно-волновом режиме течения коэффициент теплоотдачи увеличивается. Некоторые из правок на волнообразование в виде сомножителей представлены на слайде. Видно, что результаты отличаются более чем в 2 раза. Поэтому исследование тепловина и конденсация актуально по сей день. Традиционно исследование теплообмена и конденсации проводится методом термометрии, то есть плотность теплового потока рассчитывается по разности температур. Исследователи из Чехии определяли характеристики теплообмена по измерению температур, а также по количеству сконденсированного пара. В другой работе корейские исследователи определяли местные коэффициенты теплоотдачи по разности температур, толщине стенки трубы. Впервые исследования теплообмена при конденсации проведены с помощью градиентных датчиков теплового потока, созданных на кафедре теплофизики электрических установок. В 2007 году были созданы гетерогенные градиентные датчики теплового потока на основе композиции металлов, сплавов, полупроводников. Датчик представляет собой анизотропный термоэлемент, в котором, благодаря анизотропии теплопроводности, градиент температуры возникает в двух направлениях – коллинеарно и нормально вектору теплового потока. Поперечный эффект Зейбека, обусловленный анизотропией электрофизических свойств, приводит к появлению термо-ЭДС, который пропорционален поперечному градиенту температур, площади датчика и его чувствительности. Экспериментально установленное постоянное время 10 наносекунд позволяет считать датчик теплового потока практически безинерционным средством измерения. Впервые в изучении конденсации метод градиентной теплометрии использовался в институте Пауля Шерра совместно с кафедрой теплофизики энергетических установок. На слайде представлена экспериментальная установка Precise, в которой использовались трубки, аналогичные трубкам реальных парогенераторов, с внутренним диаметром 20 мм и толщиной стенки 5 мм. Особенностью стенда является сборная конструкция, которая состоит из измерительных ставок. Однако изготовление таких ставок трудоемко, так как датчик устанавливался внутри трубы, выборку приходилось сделать на внутренней поверхности. Кроме этого, при резьбовом соединении сложно избежать уступов, которые мешают течению пленки конденсата.
Однако, отмечу, что результаты показали, что градиентотеплометрия гораздо удобнее термометрии, так как величина плотности теплового потока измеряется напрямую, что позволяет измерять пульсации и уменьшить неопределенность измерений. На слайде представлена схема нашего экспериментального стенда. Пар поступал из парогенератора объемом 150 литров, в котором установлено 3 трубчатых электронагревателя с суммарной мощностью 12 кВт, что позволило менять мощность ступенчатых. Установка позволяет подавать пар как сверху, так и снизу. Также имеется контур подачи воздуха. На экспериментальном участке установлены термопары, а также датчик теплового потока. Нами решена задача установки датчика внутри трубы. Датчики установились на вырезанные из трубы сегменты, которыми я представлен вот здесь. Комиссия может ознакомиться. Для этого с помощью электролизионного станка в трубе вырезаны 4 сегмента. Первый на высоте 300 мм от верхней кромки, а следующие 200 мм друг от друга. Малая толщина реза позволяла впаять сегмент практически без уступов, которые помешали бы течению пленки конденсата. В сегментах сделаны выборы поддатчик, а также просверлены провода, поддатчик и термопар. Датчик на электроизоляционной подложке из слюды приклеился при помощи эпоксидной смолы. Термопара запаивалась измерительный сегмент. После монтажа датчика и термопары сегмент впаивался по месту вырезки. Далее труба с сегментами помещалась в пластиковый кожух и крепилась двумя резиновыми пробками, что позволило быстро собирать и разбирать экспериментальную установку. Все провода выводились через верхнюю резиновую пробку, через проколы, что обеспечило герметичность установки по воде. Отмечу, что после сбора проводилась градуировка абсолютно медно. Относительная неопределенность градуировки составила 7%. Переходим к результатам. На слайде представлена временная теплограмма при подаче пара сверху. Видны пульсации плотности теплового потока на третьем и четвертом датчиках. Также на теплограмму представлены средние значения плотности теплового потока, полученные при помощи термометрии. Видно удовлетворительное совпадение. Мы проанализировали пульсации плотности теплового потока. По аналогии с известными работами построены спектральные плотности мощности при различных расходах пара и охлаждающей воды. Также на графиках отмечены пиковые частоты. Графики для обоих датчиков качественно сходны. Характер пульсации и пиковые частоты совпадают, что говорит о неслучайности пульсации. Значения пиковых частот лежат в интервале от 2 до 17 Гц, что соответствует традиционным представлениям. Проведены опыты с подводом воздуха в пар. Массовый расход воздуха варьировался от 0 до 0,35 грамма в секунду, что не превысило 10% от минимального расхода пара. На слайде представлены зависимости относительной плотности теплового потока от массового расхода воздуха. На графиках видно уменьшение плотности теплового потока на первом и втором датчиках и увеличение плотности теплового потока на третьем из-за того, что уменьшается толщина пленки конденсата. Влияние воздуха на четвертый датчик слабое, так как здесь гораздо существеннее толщина пленки конденсата. Эксперименты при подаче пара снизу показали удовлетворительное сходство с экспериментами, проведенными ранее. На слайде представлены теплограммы при мощности парогенератора 12 кВт. При этом установился режим прилипания пленки к стенкам трубы. При этом часть конденсата стекала вниз, а другая часть, увлекаемая потоком пара, выбрасывалась вверх.
Датчик надежно фиксирует характер процессов конденсации. При уменьшении мощности парогенератора до 7 кВт в трубках попеременно устанавливается режим обратной конденсации и пробочный режим. При пробочном режиме плотность теплового потока на первом датчике равнялась нулю, что означает, пробка блокировала поступление пара в верхнюю часть трубы. После выброса пробки на некоторое время снова установился режим обратной конденсации. Переход от пробочного режима к режиму обратной конденсации сопровождался колебаниями пробки, скорость которой достигала 2 метра в секунду. Возникновение такого процесса в трубах энергетического агрегата крайне нежелательно. При уменьшении мощности до 5 кВт конденсатная пробка падала вниз. На протяжении всего эксперимента плотность теплового потока на первом и втором датчиках равнялась нулю. То есть ни пар, ни конденсатная пленка до этих датчиков не доходили. Выявлена периодичность пульсации на третьем и четвертом датчиках. То есть пробка конденсата колебалась на этом уровне. На слайде представлена оценка неопределенности по ГОСТ 2012 года. Относительно неопределенность измерений плотности теплового потока составила 9%. Таким образом создан и опробирован стенд для изучения конденсации внутри труб с помощью градиентной теплометрии. Проведены эксперименты при различных направлениях подачи пара, а также с присутствием неконденсируемых газов. По указаниям датчиков теплового потока выявлены различные режимы течения пара и конденсата. Оценены уровень, частотный спектр пульсации плотности теплового потока. Оценена неопределенность измерений. Полученные результаты сходятся с общепринятыми, что доказывает применимость градиента теплометрии. Благодарю за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Так, рецензент отмечает два вопроса. Первый, значит, каким образом выбраны режимные параметры, чтобы решало рассмотреть течение пленки при больших числах Рейнольдса? Большие числа Рейнольдса были ограничены. Наши установки числа Рейнольдса были ограничены размером экспериментального участка. При увеличении экспериментального участка, допустим, до 2 метров, до 3, можно уже рассмотреть турбулентный режим течения пленки конденсата. Так, и второй вопрос. Возможен ли аналогичный подход к исследованию теплообмена при конденсации на пучках труб? Конечно. Так как мы уже отработали методику на одной трубе, не составляет труда сделать такие же измерительные ставки и для пучков труб. Так, вопрос, пожалуйста. Можно я спрошу? Да, Александр Юрьевич, вот там стенд или слайд, который касается вот самого начала, где вот ваш прибор вот это есть, вот эти теплометрии. Да. Это? Не-не-не, там где перпендикулярно и параллельно, так сказать. Вот в элемент. Ну сам элемент. Где датчик? Сам датчик. Датчик вот здесь установился. Нет, вот там датчик теплового потока. А, сам датчик протёрку, прошу прощения, не понял. Вот. Будьте любезны, вот разъясните, как он работает, потому что, так сказать, ну, в общем-то, значит, так сказать, здесь у нас должно возникать некоторая, так сказать, разница, так сказать, потенциалов. Абсолютно верно, да. То есть, которая, так сказать, у нас там для таких элементов обычно определяется, так сказать, ну, химической энергией, так сказать. Значит, в данном случае электроном. Вот как она здесь вот работает? Разъясните, пожалуйста. Так, я должен был нарисовать этот датчик по отдельности. Можно воспользоваться доской? Да как раз. Прошу прощения, я объясню. Датчик теплового потока представляет собой искусственный анизотропный элемент слоистой структуры, в котором попеременно слои. В чем? Что за слои? Слой никеля и нержавеющей стали. При этом тепловой поток он отклоняется на малый угол. Угол я рисую специально больше, чтобы показать. На самом деле угол там всего несколько градусов. Почему он отклоняется? Из-за анизотропии ее свойств. Как
Теплопроводность. Теплопроводность, потому что теплопроводность разная в разных направлениях. То есть здесь, ну, по разным осям теплопроводность будет разная. Ну, разная теплопроводность, так сказать, и, скажем, так сказать, по одному из них быстрее, по другому медленнее, да? Сама теплопроводность получается, самого материала, то есть по одному материалу гораздо легче пройти, чем по другому. И получается тогда... Нигель или еще что-то? И сталь. Нержавейка. Нержавейка. И что у них, так сказать, с большей теплопроводностью? Больше теплопроводности. Больше теплопроводности. Ну, прекрасно. То есть вот идет поток, так сказать, тепла, и он тогда, тогда, после, если будет отклоняться поток, следовательно, градиент температур тоже будет отклоняться. Сейчас нарисую экзотерму температуры. То есть если сюда, то здесь получается у нас среда более холодная. Экзотерма будет направляться вот как-то так. Ну, то есть их много, я нарисовал только одну экзотерму. А почему она не симметрична получается, эта экзотерма? То есть если поток у нас сверху... Ну, у нас как бы их много получается, если нарисую вот экзотерму. По температуре не симметрична? Ну почему прогревается же? Стенка же не. Датчик не имеет единую температуру, а там само собой будет прогревание. И поэтому, так как здесь температура и здесь различные, нет, вот как в термопарах возникает термоэдез. Вот, вот что-то по термопару я слышал. А вот здесь что-то такое новенькое. Значит, я не знаю. Значит, вот так как вы рисуете, то эта система вроде бы, так сказать, изотропная становится, несмотря на слои слоя. Почему? Она уже становится. Анизотропия заложена в ее структуре. Поток сверху идет. Да. Почему, так сказать, у нас справа, так сказать, температура выше, а слева ниже? Потому что анизотропия теплопроводности. Когда получается в разных направлениях, то есть по иксу и по y, у нас теплопроводность разная. А? Слева... Значит, появляется градиент температуры, да? Да. Появился, значит, да. А где у нас ADS формируется? На краях. На краях датчика возникает термо-ADS. То есть у нас возникла разница, так сказать, температуры, и как в обычном термопаре, так сказать. Зачем вот тогда вот эта анизотропия нужна? Как раз, чтобы создать вот этот вот градиент температур поперечный. Так обычно в любом датчике, в любой. Ну, если взять какую-то пластиночку просто без анизотропии, то изотермы будут идти параллельно друг другу и параллельно плоскости, куда заделан датчик. А здесь они искажаются на какой-то определенный угол. И что это нам дает? Возникновение термоэдез, который мы можем замерить. Так оно так возникает, так сказать. А почему? В чем преимущество? Преимущество, во-первых, что это напрямую фактически измеряет. Градиент, да, градиент это есть скаля. Градиент возникает мгновенно. Ну ладно, очень интересно, но непонятно. Можно вопрос пока. Потому что обычная термопара, там понятно, что там все суммируется, если мы сделали вот так. А вот я иначе не могу задавать такие вопросы, на которые минут 40 отвечать не могу. Скажите, пожалуйста, вот вы провели экспериментальное исследование. Какое практическое применение от результата вашей работы? Во-первых, основная идея была применение методики. Потому что до этого методика градиент-теплометрии при исследовании конденсации не применялась вообще никогда. Поэтому основная была идея – это сформировать методику. То есть хорошо, как правильно проблемы установки, проблемы, у нас мы столкнулись с проблемой установки датчиков. Измерение сигнала. Но цель же не просто провели эксперимент, конечно, и на этом мы закончили работу. Нет, и доложили, эксперимент проведен успешно, все. Нет, деньги потрачены, все отлично. Наука. Цель какая все-таки вот вашей работы, дальнейшая там или что? И существует ли для вас применение метода? Ваш метод немножко лучше, а цель сама. Практическое применение? Да. Конечно, то есть это эти исследования дальше будут применяться. Как при проектировании, я говорил. Трубопровод скважин геотест, там происходит конденсация на трубу. Земля имеет практически бесконечную теплоемкость. Также такие же режимы, которые мы смоделировали, возникают в трубках парогенератора атомных электростанций. Кроме этого, что поможет изменить ваше исследование? Ведь эти процессы существуют. Существуют. Вы подтвердите вашим исследованием, что да, они существуют.
конечно, да, некоторые процессы стоит, некоторые процессы стоит избегать, некоторые процессы стоит, наоборот, увеличить эффективность. Конкретно рассказать не можете? Нет, почему? Область применения достаточно широкая. Вот смотрите, мы проводим эксперименты по олеплению труб и говорим, вот практическое изменение, то-то-то. Все ясно и понятно, да? Вы проводите эксперименты, очень хорошие результаты получаете, а дальше что? Дальше эти результаты пойдут на усовершенствование системы безопасности атомных станций. Ну, это вот общие такие. То есть, а уменьшить-то можно в эту систему безопасности атомной станции, которую вашу А сами датчики не поставить на атомную станцию? Ну, во-первых, это будет проблематично, потому что, чтобы поставить датчики на атомную станцию, требует пройти множество инстанций. Так, конечно, можно это все применять, и мы бы с удовольствием хотели бы там поучаствовать. Да, систему контроля, систему анализа. Систему контроля чего? Загрязнение стенок, очень большой широкий диапазон. Потому что датчики уже применяются в Кирове на Тетлак. Там датчики очень показывают загрязнение внутри. Датчик условно на внутренней поверхности котла. Он очень хорошо показывает. Вы-то оцениваете там конденсацию, да, загрязнение, загрязнение и ваш датчик. Ну, этот датчик многофункциональный. Да. То есть ваше исследование образования или исследование образования конденсантной пленки, ну, к образованию отложений никакого отношения не имеет. Не имеет. Ну, вот я поэтому говорю, что практически ваше исследование. Практически датчик это совершенствование теплообменников. Спасибо. А то я как Владимир Дмитриевич сейчас. Я пожалуйста, еще вопросы.